Добрый день! Сегодня готовлю крамбл. Это ирландский десерт. Для приготовления крамбла возьмем 0,5 кг очищенных яблок, 0,5 стакана грецких орехов, 1 стакан овсяных хлопьев обычных, 100 грамм сахара, 75 миллилитров растительного масла, 0,5 чайной ложки корицы, щепотка соли и 2-3 столовых ложки воды. Очищенные яблоки нарезаем такими небольшими прямоугольничками. Яблоки засыпаем корицей, перемешиваем яблоки с корицей хорошо и высыпаем в форму. Форму я предварительно смазала растительным маслом, слегка. И вот высыпаем в форму, хорошо распределяем по дну формы. И сверху засыпаем измельченными грецкими орехами. Приготовим крошку для нашего пирога. Для этого 1/3 стакана овсяных хлопьев я измельчу в блендере в муку. В миску всыпаю сахар, добавляю овсяные хлопья, всыпаю овсяную муку, добавлю щепотку соли и размешаю все сухие ингредиенты. Добавляю растительное масло. И все хорошо перемешаем с растительным маслом. И добавляю еще 2 столовых ложки воды. Все хорошо перемешаем с водой. И наша крошка готова. Яблоки с орехами засыпаем сверху крошкой овсяной. Хорошо распределяем по форме. Вот так ровненьким слоем. И ставим в духовку запекаться на 25-30 минут при температуре 200 градусов. Десерт запекался 25 минут. Он полностью готов. Очень ароматный, румяный. Сверху хрустящая корочка. Внизу запеченные яблоки. Вкуснотища непередаваемая. Рекомендую приготовить. Приготовьте, попробуйте. А я желаю всем приятного чаепития, хорошего настроения. Спасибо, что готовили со мной. До новых встреч, до скорых видео.